Приветствую вас. И для начала давайте подумаем, почему родители говорят вам, что у вас не получится работать там, где вы хотите. Мотивация, правильное понимание их мотивации гарантирует вам более, так сказать, тесное ориентирование в ситуации, более адекватную оценку того положения, в котором вы оказались, и, значит, принятие более правильного решения и как можно более гибкого адаптивного поведения. Итак, ваши родители считают, что вам там не место, потому что думают, что вы обрекаете себя на какие-то негативные моменты. Они стремятся вас защитить, они любят вас и они хотят для вас самого лучшего, но самого лучшего так, как они понимают, а не как этого понимаете вы. Поскольку они ваши родители, то это люди другого времени, другой эпохи, других ценностей, других идеалов. И они стремятся эти самые идеалы вам навязать, просто в силу того, что других они не знают. И доказывать им, что ваша работа, которую вы хотите, она хорошая, что вам там нравится, что вы, чувствуете, что это ваше место и так далее, бесполезно, они вас не поймут. И именно смысл донести у вас не выйдет никак, в силу того, что они считают вас ребенком, а это очередной каприз. И до тех пор, пока вы не начнете работать, не покажете им по факту, что ничего плохого с вами не происходит, что ничего ужасного там с вами не случилось, что вы только счастливы, вы получаете хорошие деньги. Вот только тогда, постепенно, они проникнутся вашей идеей, поймут, что плохого ничего нет, поверят вам и примут ваш выбор. Но даже в этом случае, не стоит ждать полного принятия. Ведь если они полностью примут вашу точку зрения, это будет означать, что, по сути, их мнение было неверным, их мировоззрение было ошибочным, а для людей пожилых это очень страшно. Это значит, что они примут наполовину. Значит, говорят, ну ладно, что мы можем поделать, ну раз ты хочешь, мы не можем тебя ограничить. Вот так они вам примерно скажут, и это будет означать принятие, и на большее вам рассчитывать не стоит. Что касается же вашего вопроса, что посоветовать, то советовать я бы ничего не стал, потому что делать это непрофессионально. Можно лишь только сказать, что ваша жизнь, она одна, и что ваша жизнь принадлежит только вам, и что вы взрослый человек, чтобы решать, чем вам заниматься, куда вам идти и куда двигаться для того, чтобы обращать внимание на других людей. Мнение окружающих будет всегда и везде, оно будет постоянно вам сопутствовать, но прислушиваться к нему, безусловно, стоит, но вот делать так, как говорят другие люди, навряд ли, если это не соответствует вашим интересам. Поскольку то, что вы хотите делать, соответствует вашим интересам, а то, что родители не дают вам делать, не соответствует, то выбор совершенно очевиден. Но нужно понимать, что всегда, так или иначе, любой совет содержит зерно истины. И если родители говорят, что у вас ничего не получится, значит, что-то они под этим имеют, что-то они в это вкладывают. Вам желательно бы у них узнать, почему они так считают, что заставляет их так думать, какие аргументы. И вот с аргументами уже работать. Когда вы получите эти аргументы, вы сможете проанализировать их и заранее, заведомо, проработать свои слабые стороны так, чтобы они минимально мешали вам заниматься той деятельностью, которую вы хотите осуществлять. Потому что именно аргументы не являются для вас тотальными, не являются для вас окончательными, могут обратить ваше внимание на те слабые моменты в вашем плане, в вашей работе, которые вы в силу своей заинтересованности могли не увидеть, а ваши родители, в силу того, что они наблюдательны, это видят прекрасно. И обезопасив себя от возможных негативных моментов, вы, по сути, извлечете из мнения своих родителей максимальную пользу, что и будет достаточно. А поступать вам в любом случае так, как вы считаете нужным, так как вам ближе, исходя из ваших ценностей, аргументов,
Ой, исходя из ваших ценностей, прошу прощения, идеалов и стремлений. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.